Здоров'я для усіх – акція під такою назвою пройшла у Гомелі. Її приміркували до Всесвітнього дня здоров'я, який штогод відзначається 7 красовика. Мета акції – акцентувати увагу насельництва на клопот про здоров'я і повисити узровень мотивації насельництва до ведення здорового ладу життя. На набережній у парку гомельчан навучали навикам оказання першої допомоги. Так само жихари обласного центру могли виміряти тиск, проконсультуватися у спеціалістів і пройти тестування. Окрім цього, у програмі мероприемства, спортивные и информационно-забавляльные конкурсы. В преддверии этой даты мы решили провести такую общественную акцию для всего населения, привлечь внимание очередной раз к своему здоровью, к вниманию к своему здоровью. Это общегородская акция. Также, кроме этого, в каждом районе, не только города Гомеля и Гомельской области, проходят различные акции и мероприятия. Проводятся нашими сотрудниками, волонтерами лекции о здоровом образе жизни. Они проходят не только к этой акции, а постоянно в течение года. Мы сегодня, наша организация совместно с Красным Крестом, решили организовать своего рода праздник здорового образа жизни. То есть все знают, что ЗОЖ сейчас в тренде, но мы хотим, чтобы этот тренд распространялся не только на людей, которые следят за своим физическим состоянием тела, да, за тем, как они выглядят. Мы хотим, чтобы это было больше по поводу коэффициента полезного действия тела, коэффициента полезного действия организма.